Друзья, я хочу сегодня вам рассказать, как собрать своими руками комплект вакуумного манометра для синхронизации ваших карбюраторных мотоциклов. Если хотите узнать, как это сделать максимально быстро, максимально качественно и максимально за бюджетные деньги. Добро пожаловать на канал Just Run, с вами Владимир. Так, друзья, смотрите, какая ситуация. Есть вариант зайти на AliExpress, вы можете посмотреть там за где-то $20, плюс со скидками минус 1-2 доллара заказать. Но вы будете ждать примерно до месяца, пока они придут собрать. Если же вам нужно быстро, вы можете в принципе за эту же цену заказать, как я. Я тоже заказал за 545 гривен 4 манометра просто. И они мне пришли, мне осталось только подобрать хомутики, трубки, выход сделать и устранить максимально то, чтобы не было подсоса воздуха. Все. Я вам сейчас покажу, что это, как это, и в принципе цена сходится к той же самой цене. Что так бы мне пришло на 545 гривен, что так мне здесь по месту, не отъезжая, скажем, не закупая где-то в другой стране, вот как на Alibaba. И, в принципе, та же сумма. Давайте посмотрим. Друзья, вот, в принципе, сами манометры, вот они пришли, они рабочие, на вакуум, можете просто проверить. Вот, я просто докупил по 2 хомутика на каждый, всего 8, то есть такими затянул и обычными хомутиками, вот на стяжками затянул тоже по 2, чтобы максимально избежать проникновения другого воздуха. Так они работают, ничего сложного нет, все, проявили инициативу, трубка здесь у нас чуть тоньше выходила, мы выпустили на тоньшую, немного тоньше, чтобы как раз подходила по нашим разъемам, а там в принципе уже можно мудровать, то есть это мне все обошлось где-то в 650 гривен. Все, ничего сложного. То есть 545, и это я на 85 гривен, по-моему, скупился. Все. Вот, в принципе, цена вопроса. И все, друзья. Если у вас есть какие-то вопросы по ремонтам, еще по синхронам, может быть, я максимально подробно попытаюсь вам рассказать, объяснить. Пишите всегда в комментариях все вопросы. Я вам всегда, в принципе, отвечаю. Никого не игнорирую. Вот как-то так. Не забывайте подписываться. Скоро конкурс на первую 1000 подписчиков разыграем. Чем быстрее будет канал расти, развиваться, каждую новую 1000 подписчиков будем разыгрывать призы. Сначала наушники, потом дрон и по нарастающей пойдем. Поэтому все зависит от вас.